Девочки, думаю, мне начинают нравиться эти парни. Да, что же с тобой стало? Интересно, у него есть девушка? Лучше бы тебе не влюбляться в него. Он не такой, как другие в этой школе. Он разобьет тебе сердце. Прошу прощения? Я не совсем поняла. Ты хочешь сказать, что в ответ на мои знаки внимания этот принц Грубиян разобьет мне сердце? Тебе он так нравится, Сюсен? Ты бы правда стала с ним встречаться? Уверена, что он разобьет тебе сердце. Правда? Хотите поспорить? На твою новую сумку. По рукам. Вы свидетели. Привет. Как дела? Привет. Ты что-то хотела? Нет. Просто хотела поговорить. Ты всегда так холодно общаешься? Или это специально, чтобы казаться более харизматичным? У меня много работы. Нет времени на разговоры. Во сколько ты заканчиваешь? У меня правда нет времени. Можно мне газированную воду? Конечно. Секунду. Слушай, Кадир, дай мне кое-что прояснить. Я тут не пытаюсь к тебе приставать, ясно? Но мы с девчонками поспорили, так что я должна вернуться к ним и сказать, что у нас с тобой сегодня свидание. А ты не подавай виду. Ладно? Думаю, мы договорились. Супер. Ну что? А как ты думаешь? Ты проиграла? Это было понятно с самого начала. Сегодня у меня свидание с Кадиром. Супер. Пойдете в парк, выпьете айрана с бубликом. Идеальное свидание. Он идет. Вот, газированная вода. Спасибо. О, еще кое-что. Для того, чтобы пойти со мной на свидание, тебе нужно гораздо больше. Поверить не могу. Ты что, заплатила ему за свидание? Нет. Конечно, нет. Поверить не могу. Это же отвратительно. А неплохо он тебя отшил. Не волнуйся, я отдам тебе сумку в качестве утешительного приза. Так, идемте. Вы уже победили. Сюсен, успокойся, пожалуйста. Я отдам тебе сумку, не переживай. Сюсен!